городской диалог по проблемам ЖКХ состоялся в тайм-кафе «Небо». На встрече эксперты, представители УКП, коммунальные предприятия и активные горожане обсудили самые актуальные злободневные вопросы, связанные с проблемами ЖКХ. Целью диалога стал обмен мнениями и поиск пути решения назревших проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее смотрите в субботу в программе «Неделя города». С 8 по 22 сентября в Могилеве по улице Народного ополчения в районе дома номер 3 будут осуществляться работы по аварийному ремонту тепловой сети. В связи с этим будет перекрыт местный проезд между указанным домом и детским садом номер 100. Водители просят исключить данный участок дороги из своего маршрута движения. Ученик Могилевской средней школы номер 18 Даниил Шаройкин стал лауреатом престижного международного водного конкурса, проходившего в Стокгольме. Проект Даниила «Прибор по определению концентрации нитратов и ионов в поверхностных и грунтовых водах» был представлен к защите на английском языке и удостоен диплома лауреата конкурса. Всего же свои проекты представили 68 школьников и студентов из 30 стран мира. В настоящее время Даниил Шаройкин подал заявление в Национальный центр интеллектуальной собственности для получения патента на изобретение прибора. 9 сентября на дворовой территории домов номер 21, 27 и 29 по улице Королева пройдет мероприятие «Праздник двора». Принять участие в празднике может каждый желающий. Для всех будет организовано множество развлечений, викторин, спортивных состязаний. Мероприятие начнется в 11 и продлится до 12:30. 7 сентября в Кричеве открытым пламенем горели два гаража. В результате пожара уничтожен один гараж. Автомобиль «Рено Сценик», автомобиль «Ауди 80» и закопчены стены двух жилых домов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Могилевская городская капелла открыла концертный сезон. В программе прозвучала «Месса мира» в исполнении солистов хора и оркестра под руководством Сергея Лещенко. Артисты исполнили масштабное произведение композитора Карла Дженкинса. Для воплощения идеи единства мира солисты Могилевской капеллы объединили стилистику синагогального пения, григорианского хора и знаменитого распева. В дальнейшем могилевского зрителя ждут праздничные концерты, посвященные юбилею города. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на info@tv2.by.